«Осенние жизни», эта пьеса посвящена моему другу, композитору Георгию Берецису из Риги. Это, как мы с ним говорили о жизни и о том, что какая-то осень наступила. В общем, пьеса родилась после этого разговора. И исполнит нам пьесу в этот раз на «Те» Сергей Полтавский и Варвара Мягкова. Thank you.
Thank you.